Чили Доу. Чили Доу. Чили Доу. Файер! Всем привет! С вами Гардиан, и сегодня у нас горячий гай. Встречайте Титана по имени Скорч. Этот Титан способен устроить настоящий ад на полях Фронтира. А помогает ему в этом его пусковая установка Т-203, стреляющая гранатами с горючей смесью. Но выстрел всего один, и требуется перезарядка. Поэтому его стихия – это замкнутые пространства, где есть возможность совершить выстрел и отойти за стену или сооружение для спокойной перезарядки. По своей сути Скорч является Титаном сдерживания, но в умелых руках превращается в смертоносную машину наступления. Дело в том, что у Скорча есть способность – тепловой щит, который не только способен защитить нас от снарядов противника, но он еще и с легкостью выжигает наивных пилотов, пытающихся оседлать нашего Титана. Но и Титаны для него не помеха. При активации перка «Адский щит» удваивается время действия и наносимый урон. И тут можно применить интересную тактику. Дело в том, что у Скорча по умолчанию отсутствует рывок. Если выбрать в первом наборе перк «Турбодвигатель», можно застать врага врасплох. Как правило, противник впадает в панику, но уже слишком поздно. Наслаждайтесь добычей, друзья. Но на этом его умения не заканчиваются. В арсенале Скорча имеются два газовых баллона, которые он с легкостью способен закинуть на приличное расстояние и поджечь их, нанося вражеским титанам огромный урон. Если вашей команде удалось зажать противника, то Скорч поставит жирную точку в данной битве. Чуть не забыл упомянуть про способность «Стена огня», с помощью которой можно отсечь пути отхода или взорвать те самые баллоны с газом. А теперь давайте подытожим. Все ли так хорошо, как на словах? Конечно нет, друзья. Для эффективного использования Скорча потребуется больше времени на освоение по сравнению с другими титанами. Вам придется набить руку по стрельбе из пусковой установки, ибо Titanfall не прощает промахи. Но когда вы научитесь закидывать сжигательные гранаты в окошко через пол карты или сбивать вражеских катапультирующихся пилотов в небе, вы испытаете настоящее чувство гордости за свой скилл. А на этом все. Если вам понравился данный гайд, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока.